до окончания работы над альбомом. Даже этот день начинается, как и многие другие. С морковного салата. Я чищу ботинки и выхожу из дома. Я не чистюля, просто мне нравится сам процесс. Обычно я путешествую бизнес-классом. Но думаю, сегодня особенный день. Допинг – важная часть творчества. А шоколадку можно? Вы знаете, я против тяжелых наркотиков. Писать музыку гораздо легче, чем кажется. Гораздо хуже, когда ломается техника. Несколько минут до окончания работы над альбомом. Павлик, ты уже закончил? Иди ужинать. Еще нет. Они просто нереальные люди. Просто вообще, просто у нас компания, нас 15-20 человек. Не, это вообще крутые чуваки на самом деле. Это просто мега. Ждать. Еще минутку иду. Все, он готов. Очень хорошо. Мне нравится, как эта девушка поет. Обожаю свою маму. Ей всегда нравится то, что я делаю.